К другим темам. Президент Международной черкесской ассоциации Хаутис Ахроков сегодня провел пресс-конференцию для республиканских СМИ. Поводом стало открытие в Олимпийском парке Дома адыгов и участие представителей диаспор в организации культурной программы в Сочи. Сахроков рассказал, что делегация из 27 человек, в основном черкесских активистов и соотечественников из-за рубежа, пробыла в Сочи почти 10 дней. У них была возможность посетить не только олимпийские объекты, но и места компактного проживания адыгов. Особенно удивил краеведческий музей олимпийской столицы, где экспонируется большая коллекция старинных предметов культуры и быта, отметил президент МЧА. Были встречи с вице-премьером Дмитрием Казаком, губернатором Александром Ткачевым и руководителем оргкомитета игр Дмитрием Чернышенко. Члены делегации увиденным остались довольны, подчеркнул Сахроков. По его словам, в столице Олимпиады чувствуется подчеркнуто уважительное отношение ко всему, что касается истории. Яркий пример – Дом адыга. Единственный этнографический объект на Красной Поляне, посвященный культуре отдельного народа. Да, мы должны историю помнить. Да, мы должны обязательно свои истоки. Мы не забываем ничего. Но при этом сегодня мы должны ценить то добро и то взаимоотношение, которое строят современные наши сограждане, современная Россия, которая нас вот последние десятилетия, последние столетия сохранила язык, культуру.